Вместе с этим состоялась встреча с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по глобальным связям с общественностью. Обсуждены перспективы узбекско-американского сотрудничества, отмечены роль и эффективность работы Кокуса по Узбекистану в расширении межпарламентских связей. Речь шла и о развитии торгово-экономических отношений, активизации регулярных политических контактов между правительствами двух стран, налаживание тесных связей с местными органами власти, осуществление взаимных визитов руководителей отдельных отраслей. Отмечено, что такой подход служит качественному расширению двусторонних отношений во всех сферах. Это была хорошая возможность, которая позволила нам обсудить вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества. Кроме этого, особо были отмечены проводимые реформы под руководством президента Узбекистана, а также рассмотрены вопросы экономического взаимодействия. Следует отметить, Узбекистан имеет свое достойное место как в регионе Центральной Азии, так и на мировой арене. В целом, данная встреча была очень продуктивной, за что мы благодарны нашим узбекским коллегам.